Чудесно! Просто чудесно! Искорка! Я! Сейчас! Дорогая Искорка, уверена, что ты, как и я, взволнована предстоящей свадьбой в Кантерлоте. Свадьбой? Я буду вести церемонию, но мне хочется, чтобы вы все помогли с подготовкой этого замечательного события. Флаттершай, твой хор певчих птиц, отвечает за музыку. Вот это да! Такая честь! Пинки Пай, мне не найти более искусного распорядителя, чем ты. Ура! Эпплджек, ты будешь отвечать за угощение на свадьбе. Я этим чрезвычайно довольна. Радуга? Я хочу, чтобы ты устроила звуковую радугу после того, как жених и невеста скажут свои «да». Да! Рарити, ты отвечаешь за наряды невесты и ее подружек. Принцесса Селестия хочет, чтобы я... Свадебное платье! Для свадьбы в Кантерлоте! Я... Что касается тебя, Искорка, ты будешь играть самую важную роль. Ты проследи, чтобы все шло по плану. До скорой встречи, твоя принцесса Селестия. Но я не понимаю, чья свадьба? О, постой. Наверное, сначала нужно было дать тебе это. Принцесса Селестия приглашает вас на свадьбу принцессы Миаморы Каденца и... О, моего брата? Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь, ты волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой это чудо! Автор идеи Лорен Фауст. Твой брат женится? Поздравляю, Искорка, это отличная новость! Да, отличная. Только я получила приглашение на свадьбу не от брата, свадьба а от какого-то клочка бумаги. Спасибо, Шайнинг Армор. В самом деле, он что, не мог сказать мне об этом? Эй, Искорка! Ты должна знать, что я принял важное решение, которое все изменит. Впрочем, ты все узнаешь, когда получишь приглашение. Принцесса Миамор Каденца! Кто она такая? О, Искорка, как ты? Извини, просто Шайнинг Армор и я всегда были так близки. Он мой СБДН. Старший брат, друг навсегда. До того, как я приехала сюда и узнала, что такое дружба, Шайнинг Армор был моим единственным другом. Когда была малюткой, считала глупой шуткой, что жить нельзя на свете без друзей. Читала много книг, но не отыскала в них, что с друзьями станет жизнь моя полней. Ребенок, который был так дорог мне. Старший братец, мой друг навечно. Как в стручке две горошинки, жили мы беспечно. Воздушным змеем запускал мой друг навечно. Обидных ссор не допускал, жили мы с ним так беспечно. Как один из твоих ДПН, друг пони навсегда.
Я хочу сказать, что твой брат, судя по всему, отличный парень. Он не такой, как все. Не каждый пони может стать капитаном Королевской гвардии. Хочу уточнить. Это будет свадьба не только принцессы, но и... капитана Королевской гвардии? Думаю, да. Звуковая радуга на свадьбе! Да это лучшая свадьба на свете! Лучшая свадьба на свете! Вы все будете помогать со свадьбой, а я буду устраивать мальчишник! У меня вопрос. А что такое мальчишник? Почему ты такая грустная? Просто думаю о моем брате. Когда я переехала в Понивиль, мы стали видеться все реже. А теперь, когда у него будет новая семья, это принцесса Миаморика, как ее там? Мы, вероятно, вообще не будем видеться. Перестань, Искорка, ты его сестра. Он всегда найдет время для тебя. Он не нашел время сказать мне, что женится. Это необходимые меры предосторожности. Это все-таки королевская свадьба. Пойдемте, у нас много дел. А тебе нужно поздравить старшего брата. Да, поздравляю. А потом скажу все, что я об этом думаю. Искорка, я скучал по тебе. Как твоя поездка? Как ты посмел не сказать, что женишься? Я все-таки твоя сестра. Это не моя вина. Принцесса Селестия решила усилить меры безопасности. Ты видела стражу на вокзале? Да. Скоро грандиозная свадьба. Может, слышал о ней? Это не связано со свадьбой. Просто Контерлоту угрожает опасность. Мы не знаем, кто за этим стоит, но принцесса Селестия попросила меня организовать дополнительную охрану. Тебе стоит взглянуть. Вся ответственность за безопасность Контерлота целиком лежит на моих плечах. Именно об этом я должен думать в первую очередь. Хорошо, хорошо, я понимаю. Ты защищаешь Контерлот с помощью силового поля, которое можешь создать только ты. И все же, почему ты не сказал мне о своей свадьбе? Я для тебя уже ничего не значу. Эй, ты моя младшая сестра. Конечно, ты важна для меня. Но я пойму, если ты не захочешь теперь быть моим шафером. Ты хочешь, чтобы твоим шафером была я? Ну, да. Почту за честь. Но я все еще недовольна тем, что даже не знаю эту пони. Где ты встретил эту принцессу Миаморе Каденца? Искорка, принцесса Миаморе Каденца — это Каденс, твоя бывшая няня. Каденс? Та самая Каденс? Лучшая няня за всю историю нянь? Еще бы! Она была твоей няней. Не могу поверить. Каденс, самая чудесная пони на свете. Она красивая, заботливая, добрая. Мне так повезло, что у меня такая няня. Это мне повезло, Искорка. Ты принцесса, а я обычный единорог. Тебя никак не назовешь обычным единорогом. Солнце светит, веселье потом. Постучи копытом, покрути хвостом. Я хочу сделать себе копыта кю. Нет, я запутал зады в этом месяце. Иду, мне я сказала, это не важно. Мне это необходимо, потому что я...
Моя любимая красавица. Немногие единороги могут сеять любовь повсюду. И я знаю одну из них. И ты женишься на ней. Ты женишься на Каденс, ты женишься на Каденс. Надеюсь, я не помешала чему-то важному. Каденс, солнце светит, веселье потом. Постучи копытом, покрути хвостом. Что ты делаешь? Каденс, это я, Искорка. Мне нужно вернуться на пост. Каденс останется с тобой, чтобы узнать, как идут дела. От лица нас обоих скажу, что мы очень рады видеть тебя здесь. Да, дорогая? Безусловно. Что ж, возьмемся за дело. Торт есть! Ледяная скульптура есть! Дивные яблочные корзинки! Есть! Согласен, а ты? Согласна! Здравствуйте, принцесса! Прошу, называйте меня принцесса Миаморе Каденса. Да, принцесса Миаморе Каденса. Хотите узнать, каким будет меню в день свадьбы? Конечно. Вкусно. Мне очень-очень нравится. О, правда? Возьмите несколько. Я знаю вас, невест. У вас столько дел, что вы забываете поесть. Ты видела, что она... Жаль, ты не видела, как она себя вела. Не знаю почему, но она изменилась. Прошу называть меня принцесса Миаморе Каденса. Кто-то произнес мое имя? Ваше высочество, для меня невероятная честь принимать участие в таком исключительном событии. Мое платье готово? Да, конечно. Я работала над ним с тех пор, как мне это поручили. Думаю, вы будете довольны результатом. Мало бисера и коротковат шлейф. Исправьте. О, да, конечно. И мне нужен другой цвет. А мне нравится. Мне тоже. Прелесть. Цвет изменить. Да, ей бы называться принцессой-привередой. Итак, у нас будут игры. Танцы. Можно. Будь это день рождения шестилетней пони. А, спасибо! Я знаю, о чем вы думаете. Каденс – худшая из всех возможных невест. Кто? Я? Спайк! Это для торта. Искорка, что ты такое говоришь? Каденс просто жемчужина. Рарити, она придирчивая. Естественно, в день свадьбы она хочет, чтобы все было идеально. Эпплджек, ведь она сказала, что твое лакомство ей очень-очень нравится, а потом тут же его выбросила. О, она просто не хотела меня обидеть. Нет, она обманщица и лицемерка. Она повысила голос на одну из моих птиц. Ну, вот. Но она действительно фальшивила. Пинки Пай, ты заметила, как Карденс обошлась? Ладно. Радуга, ну ты-то со мной. Прости, но я была слишком занята звуковой радугой, чтобы обращать внимание на плохое поведение невесты. Принцесса выходит замуж. Я уверена, что-то отрицательное в ней следствие того, что она нервничает. А
я уверена, что она ужасная пони и недостойна того, чтобы Шайнинг Армор женился на ней. Искорка, мне кажется, ты немного ревнуешь своего брата. Вы не понимаете, дело не в этом. И я вовсе не придираюсь к Каденс. Вы так поглощены подготовкой к свадьбе, что даже не понимаете, что ее нужно отменить. Искорка, твой брат неплохо выглядит, правда? Что-то не так? Нужно поговорить. Думаю, ты делаешь... О, привет, милая. Она явно умеет подкрадываться. Можно тебя на секунду, дорогой? Узнаю, чего она хочет. Давай поговорим. Я для этого и пришел. Почему она твоя просто сестра? Пришла. Выслушай меня. Я слушаю. Я ведь ясно сказала. Я не хочу, чтобы ты это надевал. Это форма моего дяди. И... И я буду ее носить. То есть ты мне не уступишь? Да, не уступлю. А? О, дорогой, опять эта головная боль. Тебе лучше? Да. Она не просто противная и грубая. Она воплощение зла. Искорка. Ничего. Ха, по-моему, она хотела мне что-то сказать. Кто там? Оставайся дома, Искорка. Мой брат попал в беду. Ему нужно по... Что здесь? Представляешь, мы будем новыми подружками принцессами Аморы Каденса. Новыми подружками? А что случилось с прежними? Она не сказала, но сказала, что очень-очень хочет, чтобы мы их заменили. Поскольку мы так усердно трудимся. А ты в ней сомневалась. Она просто прелесть. Уверена, что это для меня. Не очень аэродинамично. Пошли со мной. Потрясающе. У меня просто весло. Кажется, я могу рассчитывать только на себя. Превосходно. Не спешите. Потом входит Каденс. Я скажу несколько слов. Потом обмен клятвами. Шайнинг Армор, ты возьмешь кольцо у Шафера. А ты? Согласна! Эй, вы видели Искорку? Я здесь. Я не встану рядом с ней. И тебе не стоит. Прости, я не знаю, почему она так себя ведет. Не будем обращать внимания. Выслушайте меня. Ой, Искорка, ты в порядке? Все нормально. Ты уверена? Я кое-что скажу. Она злая. Что здесь происходит? Она обидела моих подруг. Она что-то сделала со своими подружками. И к тому же она наложила заклятие на брата, чтобы его глаза... Почему ты так со мной поступаешь? Потому что ты злая. Злая. Если тебя не остановить, ты погубишь моего брата. Хочешь знать, что у меня с глазами? Когда я начал использовать свое защитное заклинание, меня стала мучить страшная головная боль. Каденс прибегает не к заклятиям, а к своей магии, чтобы исцелять меня. И она решила заменить подружек только потому, что узнала, что они просто хотят встретиться на свадьбе с королевскими особами Кантерлота. Если она была невежлива с твоими подругами, то лишь потому, что в силу моей занятости она принимала все решения сама. Я просто хотела... Она в постоянном напряжении, и для нее важно, чтобы все прошло идеально. А для тебя, судя по всему, это не столь важно.
А теперь извините, мне нужно успокоить мою невесту. Ты, конечно, не будешь моим шафером. И вообще, на твоем месте я бы не пришел на свадьбу. Пойдемте, нам надо найти принцессу. Тебе есть о чем подумать. Может, это было чересчур? У меня могла быть сестра, а я потеряла брата. Он был моим лучшим другом, все в прошлом. И дружбу нашу вернуть теперь невозможно. Я сожалею. Еще бы. Продолжение следует. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».